Прокуратура Алтайского края потребовала от властей решить проблему изношенности коммунальных сетей. По оценкам экспертов, половина водопроводных и четверть тепловых сетей Барнаула полностью изношены и требуют замены. Только в прошлом году в крае произошло порядка 200 коммунальных аварий. Прокуратура обязала Минстрой края и Управление по промышленности взять на контроль действия коммунальщиков. С нового года, с приходом морозной погоды, сети стали рваться еще чаще. 30 января из-за порыва теплотрассы в районе завода «Ротор» без тепла остались 220 жилых домов, а также 17 социальных учреждений и 30 административных зданий. В этот же день без воды оказался почти весь индустриальный район. Водой из-за аварии на водопроводе затопила проезжую часть. Пришлось менять маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов. Аварии устраняли весь день.